Всем привет, ребята! Мы с вами начинаем с вами вторую серию этого муда. Канал Трешни. Вот, мы с вами начинаем вторую серию нашего муда на Барбоскины. Вот. Я так посмотрела, что на каждый муд у нас уйдет по две серии. Вот. Потом будем, может быть, еще повторяться. Ладно, погнали! Повторяю правило, что если я засмеюсь три раза, то я проиграл. Вот. Раз, два, три. Поехали. Приятного просмотра. Так вот, ребят, у меня вот недавно, ребят, прошел стрим на телеграм-канале. Вот, это, если что, мой пробный стрим, поэтому это извиняюсь. Ладно, приятного просмотра, а мы погнали. Домовой. Разверну. Какое все-таки замечательное время мы живем. Мне кажется, это видео или будет очень длинное, или будет очень короткое. Мне кажется, очень короткое. Мы разогреваем еду при помощи микроволн. А все эти компьютеры, органайзеры, коллайдеры, это же... Это чё? Прям чудо какое-то. Не поспоришь. Да, согласен, прям чудо. Малыш. Ты зачем молоко на пол ставишь? Это угощение. Ну да, такая собака из стакана. Для домового. Для кого? Подожди, для тебя. Я говорила дружку, чтобы не рассказывал малышу всякие страшилки. С таким угощением у нас не домовые, а тараканы заведутся. Наука существование домовых отрицает. Они бывают только в сказках. Значит, наш домовой сбежал к нам из сказки. Все по фактам. Родители приехали с дачи, хата. Дети, признайтесь честно, кто это сделал? Серега из соседнего падика. Не я. Не я. И не я. Ну и не я. Да, это не я. Может, это домовой? Это сделал тот, кто не подписался на мой канал. На телеграм-канал. Вот. Если вы, кстати, если подписались хотя бы на телеграм-канал или на мой официальный канал, лучше, конечно, на два канала подпишитесь, то пришлите мне обязательно в комментариях ссылку, то, что вы на мой канал. И скажите ваш ник. Нейм, я вас посмотрю, конечно же, в коммент. В этом. Подписчиков. Ладно, погнали дальше смотрите. Чего опять возникаешь? Кроме домового у нас, конечно, безобразничать некому. А что? Вот мы вчера в него не поверили, он и того. Напроказничал. Ай, банефик. Я понял, что сколько это... можно повторять? Домовых не существует. Вот оживи с этим. Если так дальше пойдет, к нам скоро инопланетяне в гости прилетать будут. А вот этого не надо. Не надо. У нас и без того проблем хватает. Лучше помогите мне сделать уборку.
Кстати, ребят, если под этим роликом наберется 2 лайка, то я обязательно, ребята, сделаю в следующей серии про мут, который будет послезавтра, у меня будет через день, вот, выходит мут на Барбоскина, вот, то я, может быть, ребята, сделаю на мультика сказать ролика, вряд ли наберется 2 лайка. Обгать себе дороже. Может, домовой? Ну, конечно. Теперь есть на кого все свали. Ой. Да, это считается. Так, давайте я запишу нормальный листочек. Да у меня фигня какая-то получается, число. Так, вот первый раз, второй и третий. Видите? Видите, ребят, вот я ввел первый. Вот вы не видите, это цифра 1, это 2, это 3. Вот. Я цифру 1 ввел, значит, что все. Пить. Кажется, малыш дружком плавает. Кстати, у меня завтра выйдет стримчик. Пойду-ка плесну молочка нашему домовому. Подожди, я с тобой. Сейчас угрелки. Так, это извините. Буквально только что записано. Я тебя умоляю. Ради всего Христа. О, хорошо. Так, только... Блинкин. Так, вот так. Вот то, что я сказал за ради всего Христа, так. Да это не смотреть, это не смотреть. Я пошутил. Если кто-то наверху живет, извините, если вас обидел. Ладно, давайте дальше смотреть. Просто я сейчас просто не знаю, видите и вы или нет. У меня сейчас просто 2%. Вот, у меня может сейчас разрядиться. Хорошо. Второй раз. Пахли последний. Гринки. Еще пироженок ему подкину. Согласен с ним. Вот инфузории в туфельках. Вы что, все сговорились? Вот, пожалуйста, что я говорю? Сюда хочет. Ненаучное поверье. Именно. Нет, не поверье. Я им докажу, что домовых нет. Ген, ты мой мяч не видел? А ты угости домового. Ты чиняк. Может, он найдет? Точно! Я живу. Через ты. Кто-нибудь хочет добавки? Отлично. Тогда остальное домовому. Радость, wake up. Я буду добавку. Генка, не жадничай. Ну реально жмать-то. Не, ну согласен, я его... Поделись, домовым! Число, я прям вот так вот, прям в морду дал бы. Потому что он как бы забрал. Кстати, напишите в комментариях о своем любимом герое, если смотрели вот этот сериал. Если смотрели этот мультик с Барбоскиным, напишите, какой ваш любимый персонаж и почему. Я вот его угостил, так он мне не просто мяч вернул, а уже накачанный. Сумочки починил. Представляете? А жадных он точно не любит. Еще обидится на тебя. Все, хватит. Стыд, блин, смутили. Вам всем да...
Ладно, все. Еще обидится на тебя. Все, хватит. Вот третий раз. Да. Стырит. Я вам всем стырит таблицу Менделеева. Ладно. Ладно, фильм сад посмотрели. Я проиграл. Увы, ах. Но это ряд был рекорд 6 минут. Ладно. С вами был Женя 29. Сегодня мы с вами посмотрели. А, это чисто такое было. Вайнком. Ну, мы с вами сразу с вами вот это все будем смотреть. Надеюсь, вам понравился ролик. Записывайте лайки, подписываться на канал. С вами прощаюсь, с вами был я, Женя29. У меня завтра выйдет стримчик, поэтому, пожалуйста, приходите. Всем пока! Так, как... Да что ж ты будешь делать-то, а?